В рамках реализации национального проекта «Культура» библиотеки республики, в том числе и Кашхабского района, кардинально модернизируются. Так, 14 декабря состоялось торжественное открытие модельной библиотеки нового поколения в ауле Бричепсин. В библиотеке был проведен ремонт помещений, обновлено оборудование, приобретена новая мебель. Открытие уже второй модельной библиотеки в нашем районе стало возможным в рамках федеральной целевой программы «Культура России». Сделан первый шаг. Модельная библиотека аула Бричепсин продолжит свое развитие, а это значит развитие фонда новых носителей информации, внедрение автоматизированных библиотечных технологий, подключение к всемирной информационной сети. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра культуры Республики Адыгея Аминат Сапцокова, председатель Совета народных депутатов Кашхабского района Александр Брянцев, первый заместитель главы района Руслан Емыков, глава Бричепсинского сельского поселения Каплан Шавгенов. С таким замечательным событием жителей поселения поздравил Александр Брянцев. Действительно очень хорошее, очень знаковое мероприятие для аула. Но я считаю, что это уже второй шаг. Первый шаг был, это когда сделали капитальный ремонт Дома культуры. И, естественно, сюда не могла не попроситься такая замечательная библиотека. Это новое видение, новый взгляд на мир, на миропонимание, мироокружение для прежде всего для взрослых и для детей. Мы открывали Кашхабинскую библиотеку, видели, как дети радовались. Надеемся и видеть понимание детей и взрослых и здесь. Мы хотим, чтобы эта библиотека служила хорошим подспорьем, хорошим примером для того, как должно быть все сейчас в новом нашем 21 веке. Сеть интернет, доступность, общение, компьютеры, книги, где все перемешано в современном обществе. Каждый должен уметь этим пользоваться, идти в ногу со временем. И вот этот проект будет достойным завершением этого плана, этой мысли. Спасибо всем тем, кто участвовал в этом. Провели громадную, кропотливую работу. Я уверен, что будет достойно надежный результат, которым мы все с вами будем радоваться. Далее выступила заместитель министра культуры Республики Адыгея Аминат Сапцокова, отметив значимость события для культурной и общественной жизни, в том числе равного доступа жителей к самым современным информационно-библиотечным ресурсам. В Кашхабском районе, непосредственно в ауле Бричепсин, сегодня происходит культурное событие. События, связанные с открытием новой модельной библиотеки, как и уже ведущая говорила, построенной в рамках национального проекта «Культура». Конечно, здесь принимали участие различные социальные группы. И если их начинать перечислять, наверное, до утра мы с вами не закончим. А почему принималось столько участия? Потому что все были заинтересованы в том, чтобы мы создали в действительности комфортные условия сельским жителям. В первую очередь это для детей. Если дети будут воспитываться в таких вот библиотеках, библиотеки, которые обеспечены всеми современными техническими средствами, и мы получим результат новых ученых, новых писателей, актеров, которыми знаменита вообще-то Кашхабльская земля. Я хочу выразить слова благодарности тем людям, которые помогали нам, потому что данные средства были выделены уже дополнительно благодаря проектному офису Российской государственной библиотеки, непосредственно вот Шинко занималась Анастасия Сергеевна. Благодаря заместителю министра культуры Российской Федерации Яриловой Ольге Сергеевне и заместителю руководителя департамента Министерства культуры Федякиной Лидии Васильевны. Надо отметить, что огромную нагрузку на себя взял и глава Республики Адыгея и сделал все возможное, чтобы осуществился данный проект. Я поздравляю вас всех с таким вот новым объектом культуры, чтобы этот объект у нас был очень посещаемый, чтобы здесь все слои населения семьями могли приходить и находить, каждый мог найти свой уголок. Уголок чтения, уголок досуга, непосредственно изучение истории своей малой родины. И, конечно, всем я хочу пожелать здоровья, чтобы все ваши начинания сбывались, чтобы вы в действительности могли с поднятой головой идти и говорить:
Да, мы внесли огромный вклад в развитие культуры Республики Адыгея. С ответным словом выступил глава Бличепсинского сельского поселения Каплан Шавгенов. Действительно, эмоции переполняют от такого великолепия. Всем огромное спасибо, кто принимал в реализации данного проекта. И что хочу сказать, для нас этот проект очень актуален. Почему? Потому что у населения будет огромная возможность реализовать свои планы. Это великолепный книжный фонд, плюс интернет бесплатный. Одним словом, все возможности у населения есть, чтобы в дальнейшем восполнять свои потребности, повышать уровень своих знаний и в досуговой части. Одним словом, пользуйся и все. Еще раз всем спасибо и в дальнейшем, пользуясь случаем, хочу пригласить всех воспользоваться данной возможностью. После торжественной церемонии разрезания красной ленты все присутствующие получили удовольствие от посещения каждого зала. Новая модельная библиотека представляет собой современное учреждение, способное эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции. Главный замысел модернизации библиотеки – пространство, разделенное на функциональные зоны, плавно перетекающие друг в друга. Новая модельная библиотека способна организовывать досуг самых разных групп населения, тем самым объединяя их. После проведения капитального ремонта и дизайна внутреннего пространства в библиотеке появилось современное оборудование и мебель, новая компьютерная мультимедийная техника, значительно обновился книжный фонд. В библиотеке появилось несколько функциональных зон: современный зал выдачи книг, зона комфортного чтения, конференц-зал для проведения мероприятий, места для индивидуальной работы. Созданы комфортные условия для интеллектуального досуга и общения читателей всех возрастных категорий. Комфортабельные оттенки цветов подобраны специально вот именно для взрослого вот населения, чтобы человек, заходя в библиотеку, сразу улавливал вот этот вот момент, который располагает на спокойное, степенное чтение книг. Зона ресепшн плавно перетекает в зону читального зала. Стеллажи откатные, то есть они могут спокойненько менять свое местоположение. Внутри такая уединенная зона, здесь можно читать, здесь можно проводить мероприятия. Уверена, что новая модельная библиотека станет любимым местом отдыха для жителей аула Бличепсин. Здесь найдут свое место представители разных поколений.